Доброе утро, друзья! Этот ролик я прошу как можно больше разбрасывать в разных соцсетях. Почему? Сейчас попробую объяснить. Дело в том, что сегодня есть наука, представление научное о мире психики и есть представление религиозное. Дело в том, что то, чем занимаемся мы, оно не соответствует ни науке нынешней, ни религии. Но у нас есть сумасшедшие результаты. И каждая история этого результата – это мистический триллер. Понимаете, в этих мистических триллерах есть все. Есть пересадки душ, есть магические книги, есть магические знания, есть тамплиеры, есть… Вы даже представить себе не можете, что там есть, да? И вот эти вот фильмы мы смотрим каждый день, один сеанс, грубо, 40 минут, да? И вот на каждом сеансе, и результатом сеанса является выздоровление ребенка. Вот сегодня я получила обратную связь, была пересадка души. Это все делал Бог, мы были наблюдателями. Там были просто мистические триллеры, вы не представляете, на 40 минут. И результат... Сегодня у ребенка начала восстанавливаться память. Сегодня ребенок погладил маму по голове. Сегодня, сегодня, сегодня. И дальше пойдет процесс восстановления физического тела. И вы можете смотреть уже, какое количество детей идут на восстановление. Да, у них восстанавливается речь. Вчера мне прислали, позавчера, 13 мая, мне прислали, ровно когда сказала душа, сняли диагноз у ребенка. Он уже пойдет в нормальную школу. Понимаете? Это не результаты, это результаты дичайшие. И я хочу, чтобы мы говорим о результатах, и человек привязывается, вот этот ребеночек и забыл про него. Но у каждого результата есть безумнейшая история. Писать эти истории у нас просто не хватает времени и сил, понимаете, мы не справляемся. Более того, если просто написана история, она не воспринимается так, как она может быть воспринята в фильме. Наши продюсеры снимают там вот эти муторные истории «Дом 1», «Дом 2», «Битва экстрасенсов», они придумывают какие-то сюжеты. Я предлагаю тем людям, у кого есть допуск к киноиндустрии, мы обеспечим вас сюжетами, мы поможем вам красками, мы дадим вам реальную информацию и привяжем вас к реальным материальным результатам. И вы сможете это снять и показать людям. И таких результатов, вот у нас на сегодняшний день уже больше 30 детей, да? И каждый день эти результаты увеличиваются, увеличиваются. Уже можно выбирать из историй самые интересные, да? Но мы хотим взаимодействовать с людьми, которые напрямую, напрямую смогут сделать из этого просто мультисериал круче «Матрицы». Чтобы у них были деньги, у них были люди, у них были возможности. Это все они будут делать сами. Мы вас обеспечим сюжетами, мы вас обеспечим информационной поддержкой и связями с теми, у кого эти результаты были. И это будет действительно бомба, потому что откроет очень огромному количеству людей взгляд наизнанку, как видит и как создает наше бессознательное этот мир, как видят этот мир души, каким образом устроены у них ярусы, что такое душа души, что такое Бог, что такое матричные уровни, как это все программируется, какие программы участвуют в формировании реальности. И, соответственно, когда я говорю программа, это целый сюжет. Это не одно слово. Это нами воспринимается как код в компьютере. На самом деле это целые сюжетные линии. Понимаете, мы эти триллеры смотрим каждый день. И я не знаю, как сделать так, чтобы вы увидели их в своей голове. Тогда у вас восприятие мира и реальности изменится. И вы увидите его во всей красоте. И вы поймете, каким образом рождаются открытия, каким образом являются произведения миру, каким образом может проявляться человек как безграничный талант, как божественная субстанция, да? И это все невероятно интересно. Поэтому, если вы сможете разбросать этот ролик, и он дойдет до людей, которые обладают возможностями, мой телефон плюс 375-29-699-47-38. У меня есть Viber, WhatsApp, у меня есть Telegram, у меня есть Skype. Skype Над Зайцева в одно слово через Y. И есть e-mail info@pup.petrulyana.petr.by. Это белорусская доменная зона. Меня зовут Наталья Зайцева. До связи, друзья. Я думаю, что этот ролик прилетит к тому человеку, который займется этим проектом.